Итак, чем же так уникальна платформа Таймора Про? Прежде всего могу сказать, что Таймора Про писалась трейдером-профессионалом для себя и своей команды трейдеров. Создал ее американский трейдер и владелец собственной proprietary компании Александр Моррис. Таймора включает в себя блок сканеров, а также менеджер стратегий и бэктестер стратегий, который позволяет тестировать стратегии на истории. Все это позволяет нам воспользоваться возможностями платформы для того, чтобы быть в нужном месте в нужное время. То есть мы никогда не пропустим тренд, используя возможности торговой платформы Таймора Pro. Сейчас я на бэктестере покажу вам, как выглядит работа платформы в течение рабочего дня. Сейчас мы видим, как работает watchlist Forex. И мы видим те акции, которые, те валютные пары, которые растут, они у нас отмечены здесь зеленым, те, которые падают, отмечены красным. То есть я никогда не пропущу то, что у меня реально трендовое в данный момент, то, что находится в тренде. Все, что мне нужно сделать, это просто воспользоваться ситуацией. Я могу это делать в ручном режиме, могу это делать в автоматическом режиме. Но самое главное, что здесь уже сразу же включена сортировка. Я могу делать сортировку по трендам, по таймфреймам. Например, сейчас мы видим внизу те таймфреймы, которые все красные, то есть от минуты до дня все падает. Это тоже интересная позиция увидеть это все. Наверху у нас те таймфреймы, которые переходят в зеленую зону. То есть там, где у нас начинается buy. И это я показал вам только возможности watch-листа. У нас еще есть такая великолепная штука, как сканер. Вот он здесь внизу. Сканер заслуживает отдельного внимания, но сейчас в виде презентации я просто покажу, что он делает. Видите, мы видим сейчас, что идет тренд по доллару Канаде. Отрисовываются определенные паттерны. То есть настройка в данном случае стоит по сканеру, показывает все валютные пары watch-листа Forex, которые падают на всех таймфреймах. Здесь есть огромное количество информации по ходу того, как работает сканер, но это только один из примеров. Я могу отбирать паттерны любые с использованием сканера. Покажу вам. Например, я могу отбирать прорывы 60-минутные, 60-минутного таймфрейма, прорывы консолидации. Я могу работать по новостям, downgrades, upgrades по акциям. Я могу смотреть различные покупки, inside bar, outside bar. Я могу видеть, ну, огромное количество всяких вариантов. Огромное просто. То, что находится near low, то есть находится вблизи определенного лоу, то, что находится вблизи определенного хая, максимум, например, максимума дня. Это работа по рынку акций, вы видите сейчас. Еще один плюс Таймора – это абсолютная универсальность. То есть мы работаем и на рынке акций, и на рынке Форекс одновременно. Работаем из одного рабочего экрана, из одного, используя один и тот же монитор. Это дорогого стоит, если вы занимались когда-либо трейдингом. Вы знаете, что видеть рынок одновременно, все варианты, все движения, которые происходят на рынке одновременно – это огромное преимущество. Таким образом, вы видите, что происходит. Например, здесь у меня ETF, тут у меня Форекс, тут у меня те пары или акции, которые я торгую сегодня, например, и хочу видеть по ним информацию. Все это может быть в одном и том же окне. Я вижу это все одновременно. Если я хочу также видеть, например, SPY, пожалуйста, я его сюда добавлю. Если я хочу видеть, что происходит с рынком нефти, я его добавлю. Если я хочу видеть, что происходит с рынком золота, я добавлю актив по золоту. Таким образом, я вижу все это в одном рабочем окне Тайморы. Еще одно преимущество – то, что мы отправляем наши ордера, то есть то, что мы здесь торгуем, отправляется непосредственно на вашего брокера. Брокера вы выбираете самостоятельно. Ну и, конечно, было бы преступлением не рассказать о такой штуке великолепной, как Strategy Builder. Вот это окно Strategy Builder, менеджера стратегий. Мы создали менеджер стратегии вместе с Алексом Моррисом на базе опыта его, уже, наверное, более 20 лет, моего 10-летнего опыта работы с рынком акций, с рынком Форекса, фьючерсы. И сейчас это
то, что называется, очень классный инструмент, реально, который позволяет использовать наши наработки, автоматизируя их. То есть, например, сейчас у меня включена стратегия по Форексу. Я вижу, вот что где открывается. Это у нас менеджер, окно исполнения, execution window. И таким образом я вижу, что происходит. Данная стратегия абсолютно в автоматическом режиме открывает позиции, сопровождает их и закрывает. Блоку стратегии у нас посвящено огромное количество видеороликов на YouTube. Сейчас же я показываю вам работу одной из стратегий на бэктестере. То же самое касается и рынка акций. У нас есть различные типы стратегий для рынка акций, для рынка Форекса. Просто я хочу, чтобы в этом видеоролике вы увидели, почему именно мы выбрали торговую платформу Timora Pro, насколько действительно огромные возможности она представляет трейдеру. И на курсе личного коучинга, когда я рассказываю о всех этих возможностях, трейдер просто под себя подстраивает этот великолепный софт и в дальнейшем использует все его возможности себе во благо.